Всем привет! Давайте переходим к третьей серии всех моих теней. Начнем с тройных палеток. И эта первая палетка будет от Vivienne Sabo. Вот такая симпатичная кошечка. Пользовалась я ей много уже раз. Она мне очень нравится. Я говорила, что у меня расход небольшой, поэтому не сильно заметно, как у меня оно уходит. Вот так. Красивые оттенки. Сейчас будем с вами немножко экономить. Осенью такие оттенки хороши. Но я ими и летом пользовалась, не только осенью. Далее тоже высокая палеточка. Они в чем-то пересекаются в оттенках, но тут уже оттенки более яркие. Это от Wet n Wild. У них вообще замечательные тени. Вот что трешки, что мы с вами смотрели большую палетку на 8 оттенков. Оттенок E334. Давайте смотреть. Тут уже два спонжа идет с палеткой. Очень нежные. Но видно, тут цветоотдача уже на высоте. Если их сравнивать, то, конечно, ни в какое сравнение они не идут. Пигментация у Wet n Wild зашкаливает. Vivienne Sabo средненькая. Вот так. Далее. От Avon тоже трешечка. Идентичные немножко оттенки, тоже от темного к светлому. Но тут уже идет черно-белая через розовый оттенок. Спонж зажмем. И в отличие от белого и розового, черный оттенок с шиммером. Видите, с разноцветным вообще, с блестками. А эти два сатиновых. А нет, тоже есть блестки. Вот смотрите в белом. Я что-то об этом... Совсем забыла, что с блестками. А этот больше сатиновый. Хотя тоже мелкие-мелкие блестки есть. Так, сейчас я... Нравится мне эта палеточка тоже. Ой, спонж вылетел. Давайте здесь снизу. Так. Но блестки видно только в черном, да? Нет, вот в белом тоже немножко видно. Сейчас я черный хочу наслоить. Посмотрим, как он. Ну, играет, играет. Блестки настолько мелкие, что они, даже если вдруг на лице окажутся, смотрятся они симпатично. Так. Следующий оттенок, который я хочу вам показать, от Faberlic. Не так давно я покупала, немножко рассчитывала на другой оттенок, но оказался этот 51.94, вот 51.94 это артикул. Здесь удобно спонжики зажимаются. Тройной оттеночек. Не очень удобно пальчиками тут в рефилах. Вот этот оттенок, он как сводч передается не очень, но складку века оттеняет. Он очень натурально, симпатично, действительно делает натуральную тень. А этот натурально так оттеняет уже уголок глаза. И макияж получается очень такой спокойный, дневной. Вечерним вообще не получится этой палеткой. Сейчас попробую наслоить, чтобы вы увидели. При наслаивании видно, что макияж симпатичный будет. Вот такой. Такие толстушки у них неудобные, конечно. Я все жду, когда они дизайн поменяют у всех этих толстеньких палеточек. Так, поближе поставим. Еще одна от Faberlic, но это уже старушка.
Она вышла из каталога уже давненько, но я успела застать. Когда зарегистрировалась, успела застать. Запеченные тени. Очень экономный расход. Сколько не пользуешься, тут едва заметные ямочки получились. Нравится, что здесь зеленый с коричневым, все как я люблю. Вот здесь я их нанесу. И переносится, пигментация замечательная. Жаль, не застала, я бы и другие оттенки взяла. Вот так. Симпатичная, конечно. А дальше посмотрим с вами от Beauty Care. Это израильская марка. Присылала мне Лерочка. Я знаю, что у этих теней несколько прям палеток. Это 0,7. Получается, еще до нее 7 штук точно есть. Вот такая она оригинальная. Вот этот оттенок прям необычный. И очень экономная, потому что я только как добавляю, вот, например, к этой вот палеточке, только акцент делаю. Поэтому тут едва касаешься кистью и просто делаешь оттенок. Вот такие вот. Цвета симпатичные. Иногда я делаю просто как по ресничному краю вот такую тень зеленую. И уже глаза, взгляд такой получается красивый. Симпатичная, очень симпатичная палетка. Так. И сейчас я вам покажу несколько палеток, трешек от Mary Kay. 5 штук аж у меня есть. Что-то покупала я, а что-то мне дарила Оксаночка. Так, эту палетку покупала я, она у меня в проекте Project Pen. Я не буду показывать оттенки, потому что сейчас их нет. Ну, видно, я ее тут со всех сторон уже исковыряла. Очень трудно вот этот розовый уже набирать. Так, коричневый вот отсюда попробуем. Ну, белый. Давайте вот здесь мы будем прямо все от Mary Kay наносить. Первая палеточка. Вторая сиреневая. Очень они экономны. Удивительно, что та палетка у меня все-таки убывает. На самом деле, оттенки едва касаешься, и они вот отдают цвет очень хорошо. Так. Вторая. Третья. Очень красивое тоже решение цветовое. Сейчас сами увидите. Трудно серединку набирать. Видите, этот вот большой рефил, а в серединке узкий. А наоборот, его бы побольше. Но так как тут горка и по граммам-то получается в коричневом-то больше даже, наверное. Вот такие оттенки. Этот первый желтоватый, он такой красивый. Если тень делать, видно, да? Он прям персиковый. Синий, если наслаивать, можно сделать прям яркий. Тоже, видите, если так вот, то цвета уже играют. Далее. Так, пальчики. Освобождаем. Тоже моя любовь. Эту видно. Проковырено уже поинтереснее. Так, вот этот вот серебро. Очень он интересный. Зеленого добавлю. Вот так.
И на пальце, вот видите, как зеленый смотрится. То есть он яркий. Не раздражают вас щелчки упаковок? Есть упаковки такие, это мягко закрываются, а некоторые прямо конкретно щелкают. Ну и тут прямо лето. Как будто у радуги. В долг взяли несколько оттенков. И вот такая красота. Так, сейчас мы попробуем. У меня еще территория тут есть. Вот. Вот эти три оттеночка. И вот такой вот от Mary Kay линеечка. Эти я стираю все оттенки, которые мы с вами нарисовали. Так, Mary Kay я вам показала. Вот давайте еще раз вот эти покажу. Вот в этом Wild, конечно, красотень. Да и эти тоже интересные. Эйвон, Фаберлик очень красивый. Сейчас я вот все, что вам показывала, это мои одни из любимых палеток. Я ими с удовольствием пользуюсь. Так, территорию освободили под следующие свотчи. И мы сейчас с вами начнем дальше вот с такой палетки. На самом деле это сборная палетка. Она магнитная, а все рефилы, практически все, от Mary Kay. О, что я тут застряла. Это минеральные тени от Mary Kay. Однушки. Тут одна четверка. Это не то. Вот это я не знаю, тени или румяна, но я стала пользоваться как румянами. Можно как тенями, если вот брать только верхние оттенки. Но мы с них начнем сейчас свотч делать. Вот, видите, получается такие два оттенка. Но я думаю, что как румяна они больше подходят. Также я сейчас сразу сделаю вот эти вот блестяшки. Брала на китайском сайте. Делаю я обычно свотчи вот так. И вот так. Написано было тени, но можно использовать как хайлайтер. Для меня как хайлайтер неносибельный. Сейчас я вот здесь в конце еще подберу. А вот как тени красивый акцент. Ну и давайте теперь от Mary Kay. Сейчас я четверку сначала сделаю. Они у меня сейчас в косметичке, поэтому только-только я на них делала обзор, когда косметичку на 2 недели показывала. Вот этот капризный оттенок, видите, он прямо собирается. Вот этот вообще беспроблемный. Вот этот хороший. Да все хорошие, только вот этот сыпучий, поэтому с ним нужно быть осторожно. Сейчас я нанесу. Вот такие яркие, симпатичные. Ну и однушки. Сейчас мы с вами наберем однушки. Я не буду только делать свотчи вот на эти два оттенка, потому что они повторки. Вот один и вот второй. Давайте вот верхний начнем. Первые 4. Для тех, кто косметичку не видел, уже сделаем здесь. Ну и вообще этот ролик будут пересматривать и через полгода, и через год. И пойди найди, в какой косметичке была эта палетка. Ну, давайте вот сюда. Вот эти однушки можно, конечно, и сейчас в Mary Kay купить. Но каждый рефил вынимать и смотреть сзади оттенок, это очень неудобно. В Mary Kay в каталоге, в принципе, каждый можно увидеть. Следующие 4. Сейчас у меня активно вот этот, и вот этот, и вот этот в макияже участвует, и вот этот зеленый. То есть вот очень часто я именно этими оттенками пользуюсь.
Так. Какой тут у нас? Четыре. Вот этот хочу добавить. Он чуть потемнее телесного. То есть видно, сам оттенок его видно. Вот. Это цвет такой. То есть у него цветоотдача хорошая. Так, стираем. И последние два. Тут зелененький и коричневенький. Вот такие. Замечательные эти однушки у них. Быстро делаешь с ними макияж. Не надо ничего там сильно стараться. Вот. Сюда. И, наверное, переходим с вами к двушкам. Единственное, что я еще покажу от Mary Kay. У меня есть вот такой вот стик. Вот это считается как бы карандаш тени. Можно и к карандашам было отнести. Ну, я давайте уже здесь нарисую вот такие тени золотые. А с другой стороны каял. Его тоже можно использовать как тени, либо как подводку. Давайте я тоже его здесь нарисую. Он с блестками, видите? То есть можно его как тени использовать. Вот. Ну, давайте его здесь и оставим. Все, вот это я все стираю. Вот это красота, да, тоже. И здесь тоже покажу. И все удаляем. И переходим к двушкам с вами. К двойным оттенкам. Так. Притормаживается время, когда стираешь сводчи. Начнем с двушек от Avon. Вот эти сейчас продаются регулярно. Ретро гламур. Давайте я вам... Так, как вам показать-то? Вот так. Они у меня, кстати, вчера грохнулись. И ничего, очень неудобно, видите, крышка, все максимально. Упали, и ничего, живы, здоровы. На больничный не пошли. Все, говорит, в порядке. Легкое сияние дают. И второй оттенок. Блэк и еще что-то. Вот, видно. Очень симпатичная вот эта палетка. Зеленый с блестками и белый. Сейчас покажу оттенки. Она мне очень нравится. Тут зеленый такой, который прямо коричнево-зеленый. Сыпучие вот эти двушки. Вот так. И еще одна палеточка. Сейчас я салфеточки возьму новую. А то мы с вами предыдущую уже уделали. И еще одна палетка от Color Trend. Она двушка идет. Давайте оттенок покажу. Она идет двушка, но они очень похожи оттенки. Я сейчас попробую каждый нанести, но на глаза я их смешиваю, потому что они между собой похожи. Единственное, один чуть бледнее, другой чуть-чуть поярче. Ну, конечно, есть небольшой отлив там, но в целом видно, они идентичные. Вот.
Один побледнее, другой чуть поярче. Поэтому смешиваю. Поблескивают приятно. Следующие двушки. Первая от Essence. Контуринг. Это контур для глаз. В оттенке 03. Их три оттенка действительно. Светлее, темнее. Давайте смотреть. Это классический такой вариант макияжа глаз. И еще одна палетка от Divage. Двойная. Так, номер 33. Вот так. Серого почему-то Divage решил побольше сделать, коричневого поменьше. А может, промахнулись просто, когда так заливались они. Оттенки симпатичные. Вот такие сатиновые. Нравятся мне они. И, наверное, на сегодня последний, вот, ну, не на сегодня, а вот для этого ролика, последний я вам покажу двушки от Faberlic. Они уже вышли из каталога. У меня их три штуки. Было больше, но я раздарила. Первая зелено-коричневый оттенок. Легкий сатин. Можно сделать ярко наслаивая. Если вот так, то давайте покажу, как будет. Вот так. Но если чем больше вы наслаиваете, тем ярче. То есть можете добиться вот зеленый вот такого оттенка кистью. Вот даже я пока тру, он уже ярче становится. Вот, если тень делать. Так, первая палеточка. Вот эту очень многие любили и жалели, что она ушла из каталога. И Faberlic так и не вернул. Тут такое прекрасное сияние. Жалко, они вывели вот эту вот красоту. По пигментации, по цветоотдаче, вот на Divage, на двушку похож вот на эту. Давайте я вот здесь ее перенесу. Очень она, конечно, красивая. И отличается вот от этой зелено-коричневой. Видите, тут перламутр сплошной, а эти такие матовые и чуть-чуть совсем вот этого сатинового блеска. И еще одна палетка, более коричневая. Тоже очень красивая, но уже более яркий макияж с ней получается. Вот, видите, уже тут оттенок. Тоже достаточно такой яркий, сатиновый. Вот они все три. И все остальные. Все, у нас с вами остались только однушки. Если я где-то что-то забыла, я покажу в следующей части. Ну, а сейчас, наверное, мы с вами уже снова расстанемся и встретимся в четвертой, в последней части, где я покажу все-все тени однушки. Спасибо огромное за внимание, спасибо, что остаетесь со мной. Всем приятного времени суток и всем пока!